К другим темам. Получить водительское удостоверение экстерном отныне нельзя. Допуск к экзаменам дадут исключительно тем, кто прошел обучение. Такие правила действуют с сегодняшнего дня. Коснулись они не только водителей, но и владельцев автошкол. Теперь им придется проходить переаттестацию. А это недешево. У каждого обучающего центра должен быть автодром и оборудование. Новый комплекс стоит не меньше 25 миллионов. Такие изменения, несомненно, отразятся и на стоимость обучения. В гильдии автошкол посчитали, 3 месяца занятий обойдутся новичкам от 45 до 90 тысяч рублей. Человек может выбрать, сдавать на механике или автомате. Но в случае, если в документе будет стоять отметка А, ездить на механике водитель не сможет. Потребуются права и на управление мопедом. Что касается плюсов, автолюбителям, которые постоянно проживают на территории России, сдавать на права можно в любых экзаменационных подразделениях ГИБДД, независимо от регистрации по месту жительства.